20 декабря в Одинцовском городском округе откроются традиционные елочные базары. Они будут работать без перерывов и выходных до позднего вечера 31 декабря. В этом сезоне покупателям предложат русские ели и сосны, импортные пихты, а также разнообразные изделия из еловых веток. Все елочные базары будут оформлены в едином фирменном стиле «Зима в Подмосковье».